Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Федор, я заря один. Зажигание. Понял, отдается зажигание. Установлена и поддерживается двухсторонняя радиосвязь. Период выведения корабля-спутника «Восток» на орбиту космонавт товарищ Гагарин перенес удовлетворительно. И в настоящее время чувствует себя хорошо. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, люди всех стран и континентов, я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня, первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос. Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. Это ответственность не перед одним, не перед десятком людей, не перед коллективом. Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. Я говорю вам, дорогие друзья, до свидания. Как всегда говорят люди друг другу, отправляясь в далекий путь. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких. До скорой встречи!